Как ни крути, а прошедшая неделя прошла под знаком фактического проявления позиции новой администрации США и президента Трампа к Сирии, Асаду и, главное, к Путину. Небольшое вмешательство спецслужб РФ в предвыборную кампанию Трампа, и у него исчезло пространство для маневра, и теперь он обязан был доказывать всем, что сидит в первом кресле отнюдь не благодаря шпионским амбициям Путина. Как оказалось, импульсивность президенту США приписали напрасно. Перед тем, как Трамп дал добро бешеному псу Мэттису на пуск ракет, произошли два события, одно из которых легко предвидеть, а второе дало несколько необычную характеристику самому Трампу. Первое событие, собственно, выдвижение сил и средств ВМФ США на ударные позиции. Мы уже говорили о том, что такие операции не проводятся с помощью двух, пусть и крепко вооруженных эсминцев. То, что стояло прямо за ними, имело куда более внушительные очертания, и все это уже вышло на позиции, откуда была воплощена в жизнь фраза Трампа: «Генерал, разнесите их нафиг». То есть военные уже предполагали, что такая команда может быть получена, и приготовились ее исполнить. Это говорит о том, что теперь военные в США играют более активную роль, чем это было при Обаме. Второе событие полностью смывает с Трампа клеймо импульсивного нарцисса, хотя в обычной жизни он вполне может быть что-то такое демонстрировал. В этом случае Трамп последовательно обзвонил глав Великобритании, Германии, Франции, Китая и, наконец, России и вкратце пояснил, что вонючка Асад доигрался и что авиабаза, с которой осуществляли атаки химическим оружием, подвергнется разрушению. Без всяких комментариев. Китай выразил понимание, союзники – полную поддержку, и только Путин задумчиво портил штаны. Когда до него дошло, что друг Дональд не шутит, а положив трубку даст команду своим военным выжечь химический клоповник, мир изменился полностью и невообразимо. Ведь что такое Сирия для Путина? Ему плевать на Асада, он знает, что такое ИГИЛ. А страдания сирийского мирного народа ему всегда были до лампочки. Даже с точки зрения затычки газового коридора от Катара до Турции, Сирия ему уже не нужна. Газ так или иначе пойдет из других мест, например, из Израиля. Этому помешать невозможно, и не помогут даже абсолютно отчаянные шаги, например, пересадка на свою лысину игл из спины дикобраза. Это никого больше не впечатлит. На самом деле, Путина интересовал всего один вопрос – гарантии его лично и его напиленному баблу. Это не удалось сделать за время, когда он поставил вместо себя Медведева, и дальше ему пришлось начинать игру в бешеного Ивана, чтобы продать свою покладистость. Мол, дадите гарантии, и терроризм сойдет на нет. Не поняли? Тогда получите войнушки и беженцев. А когда до него дошло, что его все равно не пустят с награбленным баблом на Запад, решил втянуть оппонентов в игру «Передел мира». Под угрозой столкновения лбами Штатов и Китая, Штатов и Европы, он решил сместить внимание от себя и своего бабла, затмив это другими темами. Говорят, что с ним перестали встречаться лидеры вменяемых стран, в частности, и потому, что все путинские речи заканчивались одинаково. Он настаивал на переговорах в формате Ялта-2 о перераспределении сфер влияния. Ему намекали, мол, 21 век и все такое, но того запаяло на теме. Не зря фрау Меркель говорила, что у Путина кукушка улетела в другую реальность.
Собственно говоря, основой такой политики была демонстрация своей решимости применить силу. Старый рэкетир решил внести этот элемент в современную мировую политику. Долгое время эти номера проходили и партнеры пасовали. У Путина укрепилось убеждение, что вот еще чуточку надавить, и с ним начнут договариваться. Ситуация изменилась. Теперь он увидел, что его игра мускулами не просто принята, но и ставки повышены. У оппонента и мускулов побольше, и размером они куда внушительнее. Теперь ему самому надо думать о том, чтобы не попасть под раздачу. И как оказалось, Европа и Китай вполне одобрили то, что продемонстрировал Трамп. Флаг самого отчаянного парня ушел в Вашингтон, и мир стоя аплодировал этой перемене. Путина отыграли его же картами и за его столом. Так что ему пора думать об иглах дикобраза на своей лысине, ибо скоро его будут бить и, возможно, ногами.